Часть 100. И объявляя это, я не придаю этому никакого значения, так как уже вижу, как буду объявлять часть 200, а может быть и даже 300 в этом 100% прохождении игры Triangle Strategy. Да, 100% прохождения требуют немало времени и сил. И мы все сделаем, как положено. Итак, Анна собирает информацию в гавани Вульфорд и слышит слухи о незаконных сделках. Следующая побочная история в королевстве Гленбрук, очень недалеко от дома Вульфорд. В гавани. Здесь мы все начали. Помните, как прибыла Фредерика? Всегда приятно вспомнить такие вещи. Понятно, значит, существует незаконная торговля солью вне эгиды консорциума Нарзелии? В этом бизнесе невозможно избежать слухов, даже если постараться. Говорят, пробраться под носом у консорциума стоит риска, но я не настолько смел. И кто за всем этим стоит? Хотел бы я знать. Я не прошу вас рассказывать мне бесплатно. Как щедро с вашей стороны. Конечно, это всего лишь слухи, но говорят, что никто иной, как министр Энде в Хайзанте дергает за ниточки. И бесплатный совет тебе, друг мой, лучше не вмешиваться. Почему? Боюсь, это будет стоить отдельного гонорара. Спасибо. И пока никакой информации. И музыка почему-то исчезла с карты мира. Это какая-то траурная информация. Что происходит? Анна, конечно, не такая, но они там были на пристани всего вдвоем. Он не боялся, что, получив информацию, ему просто перережут горло и деньги заберут назад. Может, и боялся, а может быть и нет. Но каким бы ни был ответ, я с вами прощаюсь. До следующей части.